сейчас ты можешь позвать к телеку старших, но никуда не уходи, потому что даже если имя Роксана Бабаян ничего тебе не говорит, скоро оно снова будет греметь. Это певица ожигала лет 25 назад и вот решила вернуться. Зачем? В течение многих лет фанаты легендарной певицы Роксаны Бабаян задавались вопросами, когда она снова будет выступать и почему певица вдруг решила сделать тайм-аут. Я на Пятиславы не ушла, я перешла. Я ушла из музыки в театр, из театра я ушла в телевидение, да я совмещала все это. Сделала программу телевизионную, сделала российскую лигу защиты животных, то, что я мечтала сделать, у меня не было иногда времени. Я, во-первых, участвовала в музыкальных спектаклях, потом музыка от меня никуда не уходила, я из нее никуда не уходила. И вот после тайм-аута она триумфально возвращается, празднует 40-летие творческой деятельности и презентует новый диск «Формула счастья», в который вошли свежие песни и проверенные временем хиты. В новой аранжировке. Я давно не слышал новых песен, поэтому иду специально порадоваться. Я думаю, что тот успех, который у нее был, она его переплюнет, типа этот вперед, уже никто ее никогда не догонит. Новые песни Роксаны, как поговаривают, еще интересней. Она стала глубже и выше. Вот так бывает. Глубже и выше. Мне очень нравится нынешняя Роксана Бабаян. Она необыкновенно обаятельная. Внутренне какая-то чистая, светлая, способная на подвиги в семье и в жизни. Роксана Бабаян у меня в первую очередь складывается с Михаилом Державиным, с ее мужем. Пара, которая может послужить, в принципе, эталоном и примером для многих, настолько крепкая и дружная. Вот такая профессия, когда ты можешь в творчестве помочь. Я могу, например, Роксанке посоветовать заменить пару слов в песне. Она может ко мне прийти на спектакль и сказать: «Мишенька, ты знаешь, замечательно. А я перед этим думал про себя, что это ужасно». Это тоже помогает. Вообще, когда творческая семья, мы друг друга выручаем, конечно. Роксана Бабаян прекрасно справляется со всеми ролями. И певицы, и актрисы, и жены, и защитницы животных. Сегодня у нее плотный гастрольный график. И уже готовится второй диск, который почти наполовину записан. Так что нас ждет еще много новых песен от вернувшейся легенды. Марина Кашназарова, Евгений Вашуркин, Про новости.